Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я живу в деревне в 28 километрах от Иркутска. Кот, что ты делаешь? Привет! Как дела? Как дела у тебя? Это кот, которого зовут Кот, потому что он на другой кличке не откликается совсем же. Вот. Это мой участок. Вот. Это гараж. Участок 7 соток, на котором стоит гараж, сад, дом. Покажу с улицы. Сегодня был минус 2 градуса было на улице. Это вот у меня за воротами. Это дорога, по которой ездят трактора и лесовозы. Возят лес на лесопилку. Сегодня солнечный день. Пригожий. Это соседская машина. Это я вот сделала колеса, ограничители поставила, потому что лесовозы ездят очень впритык к забору, и есть опасность того, что перевернуться вместе со своим лесом, все поломает. Это мой гараж, въезд в гараж. Машин пока нету. Была, продали. Теперь острая необходимость, так как таковой нету. Может, когда-нибудь куплю забор, который нужно будет переделать, потому что ветхий. Ворота. Ну, солнечный день. Все так видно. Это вот я елочку посадила в этом году. Газон у меня был в саду. Я его весь сюда пересадила. Это вот яблоня. Декоративная. Здесь у меня цветы росли, космея, бархатцы, ноготки вот до сих пор еще растут. Цветут морозы, видать, сегодня был, его не взял. А космея была. Космея вот немножечко ее прихватила сегодня, конечно. Вот. Такие дела. Это вот ноготки растут, вот юнок. Его, кстати, тоже сегодня прихватило немножко морозом. Это вот клёник у меня растет такой. Листики у него пожелтели. Вот так семенные. У него семена. Стреляет семенами. Некоторые еще вот выжили цветочки еще. Вот цветут. Еще цветет, еще живет. Там вот тоже. А некоторые уже замерзли, конечно. Это я все эти бархатцы в саду вырвала. А все здесь черемуху посадила весной. Она еще болеет. Но на следующий год она обязательно принется. Потому что вот я смотрела, у нее стволики все живые. Ну, вот такой у меня палисадник. Здесь я посадила тоже. Рядом с соседкой клёник. Деревья нужны обязательно, потому что без них никак. Ветры у нас везде, поля, ветры. Дом мой, электрический столб с щитком. Ну, как бы улица такая у нас, улица большая, всего там 30 домов. Там дальше, вот она идет за поворотом, дальше улица. Домов много. Поначалу, конечно, было очень тоскливо. Но потом нормально. Живем. Другого выхода нет. Далеко там лес. Я езжу в лес с грибами. Вот за малиной ездила. Насобирала много в этом году. Почти 6 литров насобирала. Сделала варенье. Вот яблоня декоративная, очень красиво цветет. Такой запах ароматный вообще. Не знаю, сорт как называется. Дикая
выкопала ее возле леса. Елочка посадила в этом году. Была голубая, она замерзла. Видать, не для нашего климата. Вот такой забор, калитка. Буду переделывать. Делать вот такой, как у соседа вишневый, чтобы все под линеечку было. Это гараж. У меня в этом году утепление. Сделала погреб. Сделала. Сейчас закрою калитку. Собаки бегают. В этом году сделала погреб, сделала полы утепление. Вот так вот эта граничка окрасила. Там у меня остальная яма. Здесь у меня вот растет гортензия наша маленькая. Не целая, только посадила в этом году. Это я укрыла уже цветы, потому что морозы уже, чтобы не замерзли. Это у меня тут жасмин московский. Подруга привезла. Это у меня ирисы. Это хоста. Ноготки уже насеялись в этом году. Вот. Елочка здесь, одна вот елочка, можжевельник, вторая елочка, это вот дуги у меня, помидоры были, извиняюсь, болею, кашляю, это вот алисум, там был пион росы, я его срезала уже, это вот сегодня я посмотрела, это этот, как же его, забыла, как называется. Собирается цвести на улице морозы, он собирается выдавать бутоны. Забыла, как цветок называется. Это вот у меня львиносев здесь. Видите? Как они? Анютины глазки тут, ну, всякие у меня цвели. Гландыши цвели, георгины, лаватера. Вот очень красиво белая была, розовая. Замерзла вот в эту ночь. Кот! Ну, что такое? Ложись где-нибудь на солнышке, лежи. Ложись. Что, погладить надо? Иди поглажу. Иди поглажу. Иди. Иди поглажу. Поглажу тебя, голубоглазый такой. Голубоглазый. Мышку сегодня поймали, да. Молодцы, да. Маме принесли. Кушай, мама, мышку. Вчера птичку поймали. Летает тут. То ли синичку, то ли кого. Вот. Это будка для собаки. Собаку не завели. В будке живут коты. Это вот заборчик сделала с кроватки и сына. Разобрали, поставила заборчик. Вот он. Буду делать здесь пристрой. Расширять кухню. Больше было. Здесь вот у меня палисадник такой. Это сирень. Там вот окна стоят, рамы буду делать этот весной для огурцов. Там мангал стоит, здесь у меня огурцы росли, там жасмин, смородина, сентябринки цветут, это я уже срезала, было очень много, срезала домой, боялась, что замерзнет. Вот вишня вылочная. Это сливу я купила. В этом году посадила лучевая. Вот здесь у меня росли мархатцы везде. Тут лук уже выкопала. Лук, чеснок рос. Там земляника. Вот смородина. В этом году, конечно, чуть поменьше смородины было. В прошлом году почти 6 литров собрала. Много. Это клубника, тут хорошо плодоносила в этом году. Вишни немножко в этом году было.
купила, посадила степную одну со вкусом черемухи, другая со вкусом черешни. Клубничка не успела пересадить, полила. Там вот хрен, крыжовник, калина, мариен корень, мальнянка цветы детства, лилейник, вьюнок. Кот тоже растет здесь. Вот тоже мариен корень. Посадила в этом году ремонтантную клубнику. Сказали, что безусая, но усов многого плетется. Вот, пойдем дальше. Тоже вот еще одно деревце. Куст войлочный. Это я еще не убрала шланг. Здесь у меня вода льется. Слив еще не сделала. Вода льется. Не могу купить никак. Бочку нету никак. Не могу. Здесь у меня были овощи, морковка, чесночок, свекла, салатики. Уже все выкопала. Там картошка была. Это облепиха самоопыляющая. Тут батон. Тоже клубника. Очень хорошая. Подруга привезла с ней с Германии. Крупная, сладкая. Вот такие дела. Тоже у меня картошка была. Я уже выкопала. Это у меня яга. Там малина. Розы. Корень, привет. Утеплила немножко ботвой. Это вишня. Розы. Там малину посадила. Покопала в лесу. Там ольга. Тоже малина. Смородина. Розы. Декоративная яблоня. Уже подмерзли яблочки. Варила варенье, очень вкусное. Прохладненькое такое добавляла. Корицы немножечко. Вот птички едят. Очень вкусное варенье получалось. Компотик делал тоже. Ну, в этом году ничего не стала делать, оставила птичкам. Это вот малина. Это вот выкопала 12 кустиков. В лесу тоже посадила. Очень крупная сладкая малина. Посадила. Забора такого нет еще. Здесь у меня помидоры росли. Все травой заросло уже. Вот. Жимолость. Это тоже розы. Это маленький кустик жимолости. Тоже розы что-то как-то растут плохо. Это дельфин мама мне дала. Братска привезла. Вот это вишенка маленькая еще. Это тоже розы. Это вот дом такой. Буду делать второй этаж когда-нибудь. Вот я иду вот здесь тоже хочу делать террасу с верандой. Вот. Пристрой делать. Облепиха. Там ирга, лучок. Не убираю. Еще пока един. Не замерз. Ирга там. Получается жимолость. Это вишня на ножке, которая жимолость тоже маленькая. Вот ирга. Ну, в этом году все посадила. Лучок. Это груша. Еще не плодоносила. Это клубники. Здесь у меня тоже был картофель. У меня компост. Все овощные отходы. Это тоже малина. Крыжовник. В этом году немножко ягод было. Тут полукультурка яблони. Одна замерзла, одна вот живет.
это уже второй год ей. Тоже вот крыжовник. Елочка. Татиния цветет. Там вот цветы какие-то должны были быть, но дать гусеница их сожрала, так и нет цвели. Вот, в следующий год здесь поставлю парник. Большой вот из тех рам, которые там стоят. И огурцов. Вот, и теплицу поставлю. Вот такой мой сад. Здесь у меня капуста росла, я уже ее вырвала, в гараж сложила. Участок небольшой, 7 суток всего. Мне нравится. Вот. Черноплодная рябина. Зимняя свёкла была, кто-то собаку мучит. Это вот ирга, это красная смородина, сентябринки, это полукультурка, подарок бам, это скважина, это малина, здесь у меня огурцы были, вот малина, это задумано здесь. Тоже место стояло, буду делать перестрою. Вот малина. Мята у меня тут растет. Вот груша. Рябинка растет. И от соседки ко мне переросла облепиха. И дела. Конечно, еще делать много. Надо и дорожки делать, надо и забор. Все, много дела. Вот на. И перестрой я хочу сделать. И здесь вот между гаражом и домом буду бетонировать. То есть там получается ровно, а здесь немножко получается как бы склон. Здесь оттуда вода, когда снег тает, все бежит сюда под ворота. Потом ступор получается. Все кое-как. Туда оно все стаивает. Вот такие дела. Ну, вот такой участок. У меня так я живу. Живу вдвоем с дочкой. Мужа похоронила с сыном. Потом живем вдвоем. Была неприятная история с домом. Как-нибудь расскажу. Поэтому здесь уже было как вынуждено. Мера, вынужденная мера переехать в деревню, потому что на квартиру как таковой денег не хватало. Вот. Этот дом продавался. Мы его купили. 1 750 000 купили. Материнский капитал. Моя сестра квартиру продала в городе Братске. И помогла нам купить здесь. Ну, вот. Да, вот вход в дом у меня. Здесь окошко на кухню. Вот утеплила пеноплексом, потому что холодно было. Вот. Это прихожая. Вот в доме. Сейчас я буду раздеваться. Разуюсь. Вот. Это я. Это прихожая, шкаф. Вот у нас такой стоит. Дверей как таковых нет, тоже еще не делала. Не знаю еще, какие хочу. То ли раздвижные двери, то ли какие ставить. То ли раздвижные, то ли обычные. Мы так мы живем. Не богато, скромно. Конечно, с тем образом жизни, который был раньше, не сравнить. Но это лучше, чем ничего вообще. Вот это ванна здесь. Бойлера нету. Все отапливается электричеством. Водонагреватель, водонагреватель. Также стиральная машинка. Ну, тоже все надо делать, до ума доводить.
Здесь великое множество у нас книг, картины, книги, диски, дочкины вещи, мои книги. Спальня. Уж дверей нет, все шторками. Спальня. Сына игрушки. Полотенце я вышиваю сама, крестиком вышиваю, икона моя, окошко, сад, у меня цветы везде на окнах, герани, декабристы, так живем. Это вот подсолнух я положила сушиться, буду семечки, будут семечки. Солнечник. Это вот цветы. Вот это моя собака Мопс. Зовут Джей. Джей, здравствуй, мой хороший. Как ты, мой маленький? Ты спал? Здравствуй, зайка. Ты спал, да? Спал, маленький. Разбудили тебя. Ты мой хороший. Я тут дом наш показываю. Как мы живем. Вот это мне. Швейная мастерская моя, шью я. Вот петунии вот сада вырвала, пускай. Ну, не вырвала, она так и росла в горшочке забрала, чтобы не замерзла. Цветы мои. Вот кухня. Все родители помогают. Тут купили кухонный гарнитур. Ну, такой стол, диванчик, два стула. Вот кот наш. Персик. Живет с июля месяца. Купили тоже. Ну, не купили, взяли. Вот котенка. Вот это мои цветы на стеклах. Кухонного гарнитура как такового нету. Вот так вот все. Импровизировано все у меня. Потому что работала. Что-то зарабатывала, что-то делала. Сейчас сократили, пока без работы. Вот, пока так вот. Это у нас стенка из дома, вот лесном, когда жили. Перевезли, отдали нам с боем, конечно. Это вот ДВП купила и ковролин буду стелить. Стереть буду, полы делать. Вот так мы и живем. Можем делаем. Вот потолок сделала, плитку наклеила. Вот так вот. Первый раз в жизни вообще клеил. Что-то где-то хорошо, где-то потолок неровный. Где вот ровный, тут хорошо легло ровно. А где неровный, вот тут. У меня, конечно, беда была. Кое-как я уложила, потому что одним боком она приклеилась, другой гулял в воздухе. Ну, тоже лампочка пока так. Люча. Потом есть люстры, но некому ее вешать когда-нибудь. Электрика позову. Все вот на таких электрических обогревателях. Будем тоже менять. Вот олеандр, который цвел. Это вот. Вот. Окошко в сад. Мне нравится, красиво. Дочке не очень, конечно, потому что 28 километров в город ездит каждое утро. Она утром рано ездит. А я сейчас не работаю, но ищу работу уже на пенсии. Поэтому вот так вот живем потихоньку, как можем. Главное, мы живы. Да, Джей? Да, другим не повезло. Папе нашему не повезло, папы нету. Да, да, мой хороший. Мы маленькие. Так мы и живем. Ну ладно. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Заходите в гости. Буду рада всем гостям. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч.